يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3. И вновь продолжаем нашу тему, посвященную проповеди посланника Аллаха, которая была сказана в месяце Рамазан. На прошлой передаче мы остановились на том, что в этот месяц стоит нам всем соблюдать этику поведения. И хотел бы продолжить с того момента с нашим гостем, Худжат Алислам Валь Муслими, шейх Гурбаном. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, на прошлой передаче вы объяснили, в чем разница между этикой и нравственностью, и сказали, что пророк в этот месяц именно призвал нас к этике, к правильному поведению. Могли бы продолжить эту тему? Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайдил анбияи валь мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин. ولعنت الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и напомню, что мы остановились на следующем предложении его светлости пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. О люди, тот, кто украсит свой нрав в этот месяц, ему будет дозволено пройти через мост в тот день, когда все остальные люди, когда все остальные будут шататься на этом мосту, не смогут пройти через этот мост. То есть это говорит о том, насколько важным является хуснуль хулук, то есть хороший нрав, так, прекрасный нрав, какую он большое значение имеет, какую большую награду имеет перед Богом. Мы также говорили о том, что есть разница между нравственностью и между хуснуль хулюк, когда речь идет в первую очередь о внешних проявлениях. Но при этом не стоит забывать, что внешние проявления, они ценности никакой не имеют, если не имеют под собой внутреннюю основу, если не имеют под собой веру, не имеют под собой стремление к чему-то хорошему. Потому что человек, если улыбается для того, чтобы кого-то обмануть, ввести в заблуждение, это то есть не является чем-то достойным, чем-то заслуживающим награды. Это можно отнести как лицемерию, более даже. Да, то есть является, конечно же, лицемерием. Проявлением лицемерия. Поэтому это, конечно же, необходимо учитывать. И как я говорил, как следует из преданий от непорочных, под хуснуль хулюк, то, что здесь сказано его светлостью, подразумевает именно это внешнее проявление. В то время как внутреннее проявление, внутренний нрав, вера человеческая, она намного важнее внешнего проявления. Как я уже говорил, здесь его светлость просто хочет сказать, что не стоит удовлетворяться верой, не стоит удовлетворяться нравственностью. Необходимо также проявлять внешнюю вежливость, проявлять внешнее, вот эту внутреннюю красоту человеческую. Что, к сожалению, мы сегодня как раз таки не наблюдаем, обратите внимание. В мусульманском мире, к величайшему сожалению, вот эта вот внутренняя составляющая, она относительно, конечно же, присутствует относительно к немусульманскому миру. Вот, то есть внутренняя вот эта нравственность,
самоконтроль и вера присутствует, но вне всякого сомнения, абсолютно, нет никаких сомнений, что мы, мусульмане, мусульманский мир, как раз-таки в этом внешней этике очень сильно отстаем от всего остального мира. То есть нам не хватает элементарной вежливости просто-напросто, обращения, правильного обращения с другими. Ну, не знаю, откуда это пошло, как это все возникло. Если мы посмотрим в историю, изначально, конечно же, было все иначе. Весь остальной мир, в том числе западный, который сегодня известен своей вот этой вот этикой. Даже этот западный мир учился у мусульманского мира. Многим проявлениям, например, имеется множество преданий от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который призывал к тому, что когда человек выходит из дома, он должен надушиться, он должен хорошо пахнуть, быть опрятным, опрятно одет. Да, много. Я просто хочу именно на этот момент указать. И плохо говорил о тех людях, порицал тех людей, которые выходят из дома, при этом плохо пахнут, появляются среди людей, среди общественности, среди скопления людей, но при этом от них исходит плохой запах. Конечно же, мусульмане это учение, все эти установки от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, переняли. И это в то время, когда западный мир, европейский мир мылся раз в месяц или мог мыться еще реже. То есть мытье вообще было чем-то таким чуждым для западного мира. И когда этот же западный мир столкнулся с мусульманским миром и увидел, как живут мусульмане, они были поражены чистотой, опрятностью, этикой этих людей, насколько они вежливы, насколько они опрятны, насколько они организованы. Но при этом сегодня мы наблюдаем абсолютно противоположное. Мы наблюдаем, что западный мир, христианский мир, современное немусульманское общество, оно намного опрятнее, намного культурнее, намного этичнее, намного, в общем-то, в этом отношении хуснуль хулук намного больше соблюдается, чего мы не наблюдаем в мусульманском мире. И, естественно, вне всякого сомнения, это как раз является отхождением от истинного мусульманского учения, которое проповедовал его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является несоблюдением традиции и сунны его светлости. И здесь, конечно же, необходимо иметь в виду. И как бы в этой речи, в этом своем предложении, его светлость как будто и говорит о том, что недостаточно просто обладать верой, недостаточно обладать внутренней красотой, необходимо внешне ее также проявлять, быть, как я уже приводил из предания от его светлости имам Садыка, алейхиссалату вассалам, который говорил, что, который, разъясняя, толкуя, что из себя представляет хуснуль хулук, говорил, что тулину джанахака или тулину джанибака, это мягкое, доброе, вежливое обращение со своим окружением, с кем бы вы ни общались, соседом, будь это сосед, будь это просто знакомые, коллеги на работе или же другие люди, будь с ними вежлив. Это есть хуснуль хулук. Ва тутибу каламака. Очисти свою речь от всего неподобающего, очисти, контролируй свою речь, не говори людям того, что им не нравится. Даже если это тебя веселит и... То есть не задевай их, не обижай их. Да, то есть даже иногда человек видит в другом какой-то недостаток и пытается это все высмеять и как-то все это подчеркнуть. В общем-то, это ранит людей, это причиняет им определенные неудобства, боль. Иногда человек просто издевается над другим. Да? То есть, даже нужно... с точки зрения этики, не исламской этики, это тоже порицается. Но этика, она и есть этика, она не является мусульманской или не мусульманской. В этом вся и проблема. В этом вся и как бы суть вопроса, что эти вещи, как нравственность, так и этика,
настоящая ценная этика, а не относительная этика. Есть относительная этика, как, например, правильно ложить вилки на столе, например, справа, слева, или как расставлять, допустим, как украшать стол. Как пользоваться. Это, да, это все этика, но опять-таки она относительно и то есть не имеет под собой какой-то реальной ценности. В отличие от тех вещей, которые мы перечисляем, которые перечисляет имам Садык, алейхиссалату вассалам. То есть контролируй свой язык, свою речь. Не говори то, что тебе, все, что тебе приходит в голову. Иногда подумай над тем, что ты говоришь. Иногда есть известное выражение, что сначала нужно думать, потом говорить. Да. Ну, и чаще всего люди поступают иначе. Сначала говорят, потом думают и могут даже покаяться, даже им это может их мучить. То есть они могут мучиться там тем, что сами сказали. Обидели человека, например. Да, обидели, и самому тоже неприятно. Это как бы тоже не доставляет особого удовольствия. И встречай своего брата по вере с улыбкой на лице. Это мы видим в традиции непорочных его светлости пророка и других имамов, других непорочных из числа имамов, алейхим салату вассалам. Видим, что они всегда улыбались, встречая людей. Не встречали их с каким-то нахмуренным лицом, что мы сегодня видим очень часто. Чаще заходим в мечеть или еще куда-то и встречаем одни нахмуренные лица. Не этому учили непорочные, не этому учил его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Нужно в данном случае, это все внешние проявления. Важнее, как я уже повторяюсь, важнее внутренняя составляющая, внутренняя красота человека, его нравственность, то, что называется нравственностью, что является практически синонимом, почти синонимом веры. То есть, ну, по крайней мере, спутником веры. Есть вера, есть нравственность. Есть нравственность, значит, есть вера. Нету веры, значит, нету нравственности. Нету нравственности, значит, нету веры. То есть это спутники. Они связаны, неотделимы друг от друга. Это важнее, как я уже повторяюсь в который раз, это важнее, намного важнее, чем этика. Но при этом это не значит, что надо отворачиваться и халатно относиться к этике. Совершенно верно. Это тоже нужно соблюдать. Как раз это вот, этика, внешняя составляющая, почему-то сегодня мусульманами не соблюдается. Пренебрегается. Совершенно верно. Почему-то пренебрегается. Вот это вот на самом деле очень большая проблема. Очень часто мы видим людей, которые из Европы, из европейских стран, из западного общества, видим людей, которые принимают ислам и восхищаются мусульманами, исламом, как и должно быть на самом деле. Это естественно, то, что люди, не знакомые с исламом и ознакомившись с ним, восхищаются им, потому что это совершеннейшая религия, и она до сих пор, в отличие от всех остальных религий, которые мы сегодня наблюдаем в мире, влияет на сердца людей, влияет на жизнь людей. Люди соотносят свою жизнь с этой религией. Но при этом вот этот недостаток, он, к сожалению, очень сильно бросается в глаза, когда человек, который вырос на Западе, даже не обязательно, это даже может быть мусульманин где-нибудь в постсоветском пространстве, тоже где есть влияние не как будто светского, что ли, не знаю, как-то с чем это связано, и мне до сих пор не совсем ясно. Но в любом случае, люди, которые живут не совсем в мусульманской среде, как это Советский Союз, это вне всякого сомнения, не была мусульманской средой. Там... Можно эту тему оставить после паузы, так мы и должны прерваться. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, после которой продолжим. قابلة
Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу. Шейх Гурбан, вы говорили о том, что видна разница между теми людьми, которые выросли, например, даже не на Западе, а, например, в России или там, в других странах, граничащих с Россией. Они отличаются от мусульман, которые выросли в исламских странах. Я хотел сказать, что те люди, которые принимают ислам, они, как естественно, как следствие величия и красоты ислама, восхищаются исламом, но при этом оказавшись, обратите внимание, оказавшись в мусульманской стране, они как будто разочаровываются исламом. Но если мы расспросим, в чем же их разочарование, они видим, что их они на самом деле не разочаровались в самом исламе, а разочаровались в мусульманах. Почему? Потому что оказавшись в мусульманской стране, в мусульманской среде, среди мусульман, они видят грубость, видят отсутствие вот этой этики, просто элементарных норм поведения и общения. И поэтому, конечно, это большая проблема, это своего рода такое чувствительное место нашей умы, что, в принципе, я думаю, что является большой проблемой. Хотя телезрители не все могут понять, о чем я говорю, но... Те, кто не были, например. Да, но... некоторые, я думаю, что все-таки поймут, о чем идет речь. Его святость имам Рида, алейхиссалату вассалам, также... В Усулю Кафи, нет, прошу прощения, в Иршадуль Кулуб, первый том, 134 страница, Иршадуль Кулуб, первый том, 134 страница. Его святость имам Рида, алейхиссалату вассалам, очень прекрасно описал, что из себя представляет Хуснуль Хулук. Его святость сказал, опять-таки, отвечая на вопрос, что есть Хуснуль Хулук, أن تؤتي الناس من نفسك ما تحب أن يؤتوك مثله. То есть хуснуль хулук – это когда ты даришь людям от самого себя, даришь от себя то, что хочешь, чтобы тебе другие дарили. То есть, другими словами, обращаешься с другими так, как хочешь, чтобы они с тобой обращались. Это есть хуснуль хулук. Кто хочет, чтобы над ним издевались? Кто это любит? Кто хочет, чтобы с ним ему грубили? Кто хочет, чтобы его встречали нахмуренным лицом? Никто этого не хочет, правильно? Никто это не любит, никому не нравится, когда над ним издеваются, никто не любит, когда грубят ему, никто не любит, когда хмурятся ему. Все это неприятно человеку, любому человеку, без исключения. Вы не найдете ни одного мазохиста, который любил бы это обращение, естественно. Так, хуснуль хулюк является именно обращением таким образом, каким человек хочет, чтобы с ним самим обращались. То есть он дарит людям то, что хочет, чтобы ему они дарили. Это есть хуснуль хулюк. Поэтому, как из определения имам Садыга, алейхиссалату вассалам, так и из определения его светлости имам Риды, алейхиссалату вассалам, исходит, что это все-таки нечто внешнее, потому что обращение, опять-таки, с другими, то есть отношения с другими, это, опять-таки, внешнее проявление человеческого бытия, это не его внутреннее что-то, не душевное. Поэтому из всего из этого исходит, что на самом деле хуснуль хулюк – это нечто внешнее, что опять-таки является ценностью. Как я уже говорил, опять-таки обратимся к речи его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он мог бы сказать о том, он мог бы призвать к нравственности, к вере, мог бы призвать, что, вне всякого сомнения, является ценностью и даже большей ценностью, чем хуснуль хулюк, чем этика. Но он не призвал, он именно к этому призывает. Как будто говорит, что да, то является ценностью, но и это не стоит забывать, и это тоже является важным, чем-то важным. И даже более того, если мы обратимся к другим преданиям от непорочных, то встретим очень удивительные предания и очень удивительные слова относительно этики этого внешнего проявления. Например, в Усулю Кафи от имам Багир, алейхиссалату вассалам, второй том, 99-я страница, его святость говорит: «Инна акмаля муминина иманан ахсанухум хулука». То есть, самые совершенные люди, самые совершенные верующие с точки зрения веры, то есть те люди, которые обладают наисовершеннейшей верой, это те, которые обладают самым прекрасным
нравом. То есть здесь опять-таки то же самое слово использовано. Хуснуль хулюк. То есть этика имеется, да. То есть этика. Самые совершенные, самые люди, которые обладают совершеннейшей верой, это те, которые обладают самой прекраснейшей этикой и обращаются с другими наилучшим образом. Можно сказать, вот так как вера изнутри исходит, внутри более бывает, и если вера внутри человека является правильной, то из него не может исходить что-либо плохое внешне. Естественно, да. То есть это следствие сильной веры и нравственности, внутренней красоты, следствие. Почему? Потому что, почему люди обращаются с другими неподобающим образом? Почему они грубят им? Почему они насмехаются над ними? Почему они, в общем-то, обращаются с ними неподобающим образом? Не проявляют элементарной вежливости, элементарной этики? Это потому что у людей бывают проблемы в жизни, у людей бывают, они иногда устают. Или с ними кто-либо так обращался. Да, то есть бывают определенно внутренние проблемы, которые, которые мешают им, которые толкают их на это обращение. Человек хочется посмеяться, человек хочется немножко развлечься. И он таким образом развлекается, насмехается над другими. Человек устал. И, в общем-то, нет у него терпения обращаться с другими вежливо, он грубит. И так далее, и тому подобное, много чего еще можно привести. Но в любом случае, все это мы видим, что в основном истекает из внутренней проблемы, когда человек испытывает какие-то трудности, в общем-то, устал или испытывает какую-то нужду, как нужда, допустим, в том, чтобы немножко расслабиться, таким образом насмехается над другими. Но только вера здесь может остановить. То есть человека, который устал, при этом ему очень хочется нагрубить кому-то, не хочется с кем-то, в общем-то, проявлять терпение кому-то. Здесь вера его останавливает, вера ему мешает это делать. Вера препятствует ему это. И также человек, который хочет расслабиться и поиздеваться над кем-то, насмехаться над кем-то, посмеяться над кем-то. Опять-таки здесь вера может остановить его, и вера может его заставить контролировать самого себя. Это вне всякого сомнения. То есть все исходит из веры. Потому что чем совершеннее вера, тем лучше человек обращается с другими людьми. Это вне всякого сомнения. И также от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имеется предание в том же Кафе, 2 том, 99 страница. «Ма юдау фи мизани мриин» يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. То есть его светлость говорит, что самое совершенное, самое лучшее деяние, которое человек может взять с собой в судный день, которое может быть положено на весы справедливости в судный день, это حسن الخلق. То есть его светлость говорит, что в судный день, но лучшее, что может принести человек с собой, это прекрасный нрав, хуснуль хулук. И также на 100-й странице Усуль Кафи, 2-й том, 100-й странице, имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит очень удивительнейшие слова, обратите внимание. Его светлость говорит: «Арбаун, ман кунна фихи кемуля иманухи, ва ин кана мин карнихи, ва иля кадамихи дунуба, лам янкусху залик». Он говорит, 4 человека, в которых совершенная вера. То есть 4 человека, в которых совершенная вера, даже если они с ног до головы покрыты грехами. То есть даже если у этих 4 групп людей, даже если очень много грехов, их вера совершенна. И то, что у них много грехов, то есть они полны грехов, совершают много грехов, здесь сказано «с ног до головы», «с ног до головы». Даже эти грехи не могут помешать и принизить ценность этой веры, их веры. Что это за 4 группы людей? «Вахуа ас-сидк» – это человек, который говорит правду, это правда. «Ва-ада уль-амана» – то есть возвращение порученного, когда человеку что-либо поручают,
доверяют ему, на доверенность составляют что-либо, он это возвращает, возвращает целости и сохранности. Это качество валь-хая, стыдливость, вахуснуль-хулук, в конце концов, и прекрасный нрав. То есть тот человек, который обладает этими четырьмя качествами, будет спасен благодаря этим качествам, даже если он будет покрыт грехами. Да, то есть даже грехи не могут помешать его вере. Человек, который обладает правдивостью, возвращает доверенное ему, стыдлив и обладает прекрасным нравом, этот человек, этому человеку ничего не может помешать в жизни. Этот человек, сколько бы ни совершал грехов, все равно это будет, эти качества будут охранять его, сохранять его, ограждать его и хранить в нем его веру. Это говорит, на самом деле, это предание от его святости имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит о высокой ценности, о высоком положении и огромной ценности, которыми обладают эти четыре качества. И, конечно же, немножко хочу отступиться и сказать о том, что порой может возникнуть такая мысль, что если человек обладает этими качествами, значит, он может делать то, что угодно, и здесь могут возникнуть вопросы, как это так? Человек, например, может совершать самые худшие поступки, но при этом он будет верующим из-за того, что обладает этими четырьмя качествами. Но здесь речь не об этом идет, речь идет о том, что эти качества являются очень ценными и охраняют веры. До сих пор, пока есть вера, человек, в общем-то, огражден, и человек контролирует себя и не совершает грехов. Здесь говорится о другом немножко. Говорится о том, что эти качества очень ценны и хранят в человеке его веру. Даже если человек совершает ошибки, отступается, совершает какие-то грехи, несмотря на это, даже если этих грехов много, все равно эти качества возвращают его в веру, возвращают его на праведный путь, ограждают его от того, чтобы он заблудился и окончательно свернул с верного пути. Именно об этом говорится. Итак, далее его светлость. Если вы хотите продолжить проповедь, то лучше будет оставить на следующей передаче, так как эта передача подошла к концу. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подходит к концу, и мы вынуждены с вами попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التمر